Может быть, вот здесь? Вот. Все, давай штраф выпишу, тебе хватит. Блин, а? Брат, давай еще какую-нибудь игру поиграем, другую, а? Ты предлагал Сулифа, я согласился Сулифа, ты проиграл. Ты предлагал PUBG, я согласился, ты PUBG проиграл. Ты предложил вот этот Алик-Малик шарик, я тебе спрятал, думаю, найдешь, уйдешь с правами. Давай штраф 25 тысяч. Блин, дай еще один шанс, а, братан, давай прятки поиграем, если выиграю права отдашь. О, давай прятки. Я твою машину на эвакуаторе в городе спрячу, если найдешь твоя машина, хорошо? Не, братан, не, давай другую игру, давай. Блин, на гора, я и выросла, что ли? Ну, смотрите, парень появился, да, кузом? Мам, а? Ты мой лишний, просто папа сразу... узнает, ой, бай, чё... Не говори, не говори. Ладно, ладно. Доча, имя знать, и хотя бы как зовут? Ну, Саша, и что? Казах был другой, мама, нормально. Мам, все, нация все. Это не главное. Саша, если так Саша, мы вернемся ему, сейчас на дермовиске едет. Вот. Ой, красивый, ой-ой, голубые глаза. Прям у меня в молодости, знаешь... За мной тоже Андрюша бегал. Ладно, мам, он уже приехал, написал, я пошла. Давай, аккуратнее, я прикрою, а. Сол, Андрейке надо было выйти замуж, нормальный жирный, трахнет, казаки. Алло, ага. Ой, а наша все уже, по-моему, замуж выходит, ага. Андрей, мед, Саша, мед, там просто его зовут. Эй, все, она кипишует. Ладно, ладно, ой, давай там. Орстер, мен, куда был латный болт? Чё? Данка, поздравляю. Че? Все, Казахстан теперь заживет, экономика поднимается, Жакуля. С чего ты взял столько это? Столько лет к этому шли, а? С чего взял? Как с чего? Он Бек сейчас сказал же. К сожалению, у наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Да все, он чего не говорит, он сбывается у него. И когда начнется? Мы уже на Мальдивах, Жакуля, все уже начинается. Да что ты веришь ему? В смысле веришь? А что ему не верить? Он в том году что сказал? Наконец-то коронавирус пришел к нам. И что, 5 минут не прошло, коронавирус у нас здесь был. Ты че? Наконец-то нас дожили! Тебе нравится? Да мне лицо проще сделай, это мне или тебе надо? Мне нравится, давай. Какой нравится? Иди там посиди, постой, походи там. Нравится? Нравится. Все, хорошо, давайте за 7 мы заберем ее. Нет, потом цена им так, за 8 только. Так, все, я говорю, за 7 это максимум за нее. Так, Карина, все, собирайся, хамское отношение, пойдем отсюда, все, все. Ой, смотри, дочь, что нашла, это же твои вот это, целыми днями в инстаграмах, вот они сидишь своих, вот это тема. Да, да, модная будешь, дочь, она у меня что-то там в этих инстаграмах что-то делает, что-то блогерша такая. Давай, дочь, я тебе подарю тебе. Мам, ну здесь же люди, ну смотрят. Ой, дочь, одевайся быстрее, а кому ты нужна, давай, я прикрою. А вот эта красная моделька есть у вас? Ой, вы нам отдавайте за 8. После нас, знаете, как торговля пойдет. У нас рука легкая. Точно, да. Да, мам. Вот это мне потом не надо, чтобы лежало оно и потом не носило ты вот это, мать, кирюшок. Да, Ерла, братан, давно не виделись. Много поменялось в жизни, да? Ну. Это я вспомнишь, у меня 221 был? Ну. Я же, короче, его толкнул. Ага. 222 не стал брать, сразу 223, короче, взял. Ну, что там, мелочится. Старый нет. А помнишь, я электриком был? Ну? Я же сейчас старший электрик. Базовали. Круто же. Ну? Я же ювелирку открыл. Сейчас вот с Африки алмазы, бриллианты, короче. Ну, потихонечку двигаемся. Базару, нет? А помнишь, я сигареты курил? Ну? Я сейчас сбросил. Вообще красавчик, да. А помнишь, Камилу в школе у нас училась? Что за Камила? Ну, Камила. А, вот эта грамотная подруга, которую все хотели замутить. И никому она не давала, помнишь? Ну? Так она же мне дала. Серьезно, не может быть. Каждый день. А как так получилось, что ты ее женился же на ней? Всем салам, папа. Кстати, Арике, вот эта второкурсница же есть, учится, которая с нами. Вот эта Назым, рыженькая, она прям конкретно твоя сестренка, да? Нет, а что случилось? Что случилось? Ну, нет, да? Ты, братан, не близко к сердцу не принимай, но она прям сестренка, да? Не, ну да, да, а что такое? Бо, я, конечно, все понимаю, там, родственники, но этот... Вчера пацаны на боди-массаж ходили, ее видели там. Не, ну как сестренка? Названная сестренка. А, да ты че? Ой, ё-моё, это... Да ладно, братан, не расстраивайся, ты че? Бывает такое? Да нет, просто недавно я же у нее в гостях был. Она мне бешпармак руками накладывала. Да ты чё? Жаколя, ты чё за деньги?
А я сегодня вакцину от ковида получил. Ага. А там 500 тысяч дают, если ты умрешь или с тобой что-то случится. И что случилось? Прикинь, просто так дали мне. Я говорю, а что там, просто так они дают. Кстати, ты тоже можешь поставить себе. И подружек потяни, всем потяни. Просто так по пятихатке дают. Лям, два соберем. Гулять будем, кредит понаберем. Бояться можно по-разному. Вот как бояться полицейских. Уважаемый, документ предъявите. Да, братан. Вот так боятся страшилок. Вот так боятся тарасовских пацанов. Братишка, есть позвонить? А вот как боятся чиновники антикоррупционного отдела. Стоять, стоять! Стоять! Отдел по борьбе с коррупцией! Не двигаться ни с места! Ха-ха! А вот так боятся жену. Жан, а что за девушка тебе так поздно пишет? А, это же по работе. Казахи любят петь песни за столом. Сейчас мы это проверим. Я начну не в тему петь, и будут ли мне подпевать? Здесь попробуем посерединочке сядем. Сендерге ардайым орын бар, ағыртау түріне қоныңдар. Қақтылек батамыз мінекей, бақытты қолыңдар. Давайте сюда худоларға поближе сядем. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Я скажу, что это день не прохожий, а чему я веселый.